На приеме граждан в администрации города Рассказово 16 марта 2022 года обсуждался вопрос социального контракта. Это материальная помощь, предоставляемая государством гражданину или семье, доход которых ниже прожиточного минимума. Договор заключается между нуждающимися и местными властями. О существующих видах социальных контрактов рассказала начальник управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова. ИП 250 тысяч, ЛФХ 100 тысяч. И дальше идут разные наборы, потому что ежемесячно платят где 4, где 6 месяцев. И это поиск работы и обучение, и выход из трудной жизненной ситуации. На приеме присутствовали жители города и района, которые воспользовались социальным контрактом, организовали личные фермерские хозяйства и стали самозанятыми. Они рассказали, что заметно улучшили материальное положение. Самозанятый Андрей Титов выразил слова благодарности в адрес сотрудников социальной защиты. Мы благодарны за помощь. Она была своевременной и оказала большую нам помощь, поддержку. Елена Сертакова, Николай Теплов, ТВолк, городские порталы.